Воображение, 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 воображение. Ты опять в телек залипаешь? Ну да, я воображение, воображение, воображение. Так. Ладно, ладно. Всем привет, ребята. Сегодня у нас... Ах да, совсем забыл. Сегодня у нас особое дельце. Джуден сказал ему отнести ингредиентики. Я их уже забрал, так... Бак заправлен, отлично. Смотри, тут блошиный рынок. Чё это за фигня? Тут клюшка для гольфа, всякое барахло. Статуэтка, календарик. Я календарь перевернул. Бумажный фонарик. Кубок какой-то странный. И два пустых места. Блин. И два пустых места, которые я случайно сломал. В общем, мы можем их взять, определить под что-то. Там лопатки, кирки. Помнишь, как у нас раньше был бизнес? Да-да-да, то было дело. Погоди-ка. Ты это видишь? Это мой кларнет! Так я беру за один. А банджо моё сколько стоит? Да ну блин. Нет, это реально моё банджо. Которым я... Именно! Неужели древние силы вновь пробудились? Так. Маяк активирован. А вот тебе, походу, придется потратиться. Да, целую троечку стоит. Отлично, теперь у нас есть наши инструментики. Да-да-да, пойдем к Джудену. Кое-какие ингредиентики я обещал, но он заплатит нам двоим. Так что, тебе выгодно. О, да, кстати, пока ты был в садике, я тут чуть-чуть подзаработал. У меня 24. Так, вот ингредиенты, короче. Да-да-да, положи в сундук. О, мама мия, спасибо, ты очень выручил меня. Хорошо, так, 4. Ну, 2 я даю тебе, вот. Отлично. Еще мне сказали наш Олег Иванович, то, что в деревне появился какой-то новенький житель. Давай-ка мы сейчас его встретим. Ему расскажем там. Понимаешь, да? Да, понимаю. А вдруг это тот? Кто? Ну, тот, ты знаешь. Ага. Изумрудная башня. Так, погоди-ка. Сейчас мы... Что ты хочешь сделать? А я сейчас. Попробую. Блин, тут нигде нет. Увы. Ладно, увы, не получится восстановить. Окей. Давай тогда пойдем. Вот. Вот. И тут нас ждет новый друг. Ты где? А, вот тут-то. Офигеть! Смотри, это реально тот. Вот. Я тебе о нем и говорил, это тот самый. Тролль-житель. Блин, я уже даже не помню, как его зовут. Как он назывался? Да я не помню. Но, ладно. В народе будем его звать Тролль-житель. Так, здравствуйте. Здравствуйте, я хакер. А, точно, он же хакер. Новенький в этом городе. И у меня есть такое предложение. Не хотите подзаработать? Все, что нужно сделать, это добыть для меня яблочки. Это же изи. Пройдите испытание, а я вам дам по алмазу за каждое яблоко. По рукам? Ну слушай, предложение уже звучит по-другому, поэтому... Но... Слушай, я не знаю на самом деле, что он может нам предложить на этот раз.
Но я точно знаю, что испытания будут другие, потому что это какой-то парадокс мира. Поэтому... Ладно, мы согласны. Отлично. Я установил метку на твоей карте. Езжайте туда, на полигон. Что? На какой еще карте? А на какой карте? Вася. Ладно, попробуем. Так, садимся на свои тарантайки. Ну-ка, где там метка? Метка какая-то. Слушай, я не знаю. И правда, метка. Офигеть, как он это сделал. Ты посмотри туда. Сколько же там испытаний. Вот это мне придется страдать по ходу дела. Да нормально все будет. Я надеюсь, по крайней мере. Дратути. А дратути, я вас тут уже 6 часов жду. В общем, первое испытание это... Лавы лабиринт. Найдите там яблочко. Хорошо, это шо? Сундучедло у него тут. Окей, пошли. Ну... Окей, пошли тогда. Да, блин, тут тупик. Блин. А мне может пятки подпалить этими искрами? Я надеюсь, нет. А, тушись, тушись, тушись. Потухни, 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 потухни. А, это тупик. Ах ты ж... Ненормальный. Блин, Карл. Какого фига? Карл! Твою ж на... Короче, я понял. Только один из нас должен проходить. Так что ты стой здесь и не шевелись лучше. Как-нибудь поддерживай меня, если можно. Давай, Витгу, Витгу, Витгу. А нет, лучше не надо поддерживать. Так. Где-то я видел. Тихо, 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 тихо. Яблочко есть! Так, а если... Блин. Бросай мне, бросай. Обжёгся. Тихо. Потушись. Фух, это сработало. На, вот яблочко. Следующее испытание. Лаки-блоки, он мне говорит. Ха-ха-ха. Ну, между первым и вторым выбираю вот этот. О, тебе неплохо. Тебе подфартило алмазку. Выиграл. Так, давай следующее тогда. Эники. Сюда, короче. Почему же ты так обожаешь эти стрелы? Да это не я, это хакер делает эти ловушки. А то смотри, что алмазка была, алмазный меч. Вот дай мне его сюда. Не-не-не-не-не-не-не, только один раз. Только один раз можно. Ну и тут я выбираю Ахалай-Махалай и сюда. Ауч! Еще стрелу в ногу получил. Бедный Карл. Смейся, смейся, твой раунд следующий. Ну ладно. Выбираю вот этот. А, все нормально, видишь? Это попугайчик. Фух. И последний раунд. Выбираю вот это. Оуч. Да, ладно, одно яблочко мы проиграли. Так, дальше что? Следующее, это, я так понял, кактусы. Окей. Так главное тут не обжечься, аккуратно. Кактусовый паркур. Он издевается. Вот так вот. Теперь это хотя бы справедливо. Блин, а мне покушать надо, покушать нечего. Сейчас рассыплюсь тут прямо. А! Блин, что-нибудь надо поесть. У тебя есть поесть?
А ты взял из дома хавчик? Спасибо. Фух. Ну что ж, да. О, полностью сердечки восполнились и... Погнали. Блин, я не могу, меня трясёт. Я трясусь. Ещё... Блин! Это было очень печально. Дамы и господа. Ну всё, у меня не хватит сердечек. О, кофе дало мне скорость. Фух! Блин, а я ж разобьюсь. А я ж либо убьюсь, либо разобьюсь. Блин, дай мне еще пожрать, сейчас рассыплюсь. Да на, держи, я притарил. Фух, спасибо. Мяско это прям то, что надо. Мяско восстанавливает хорошо жизни. Чё-то вообще не пополнило. Так, следующее испытание будет твое. Пошли. Ну-ка. Алло, алло. А говорить не молчите. Какое следующее испытание? А, угадать, где вода, а где лава? Ну, давай, Карл, заходи. Ну, по-моему, очевидно. Слушай, на твоем месте я бы не был так уверен. А, ладно. Мы угадали. Так, а как воду всосать теперь? Понятно, выходи. Отлично. И в награждение нам яблочко. Так, у тебя сколько яблок? У меня одно в инвентаре. Так, у меня два. Хорошо. Следующее испытание какое? Угу. Чё, прыгать вот сюда? Странный какой-то. Это крест. А, это стрелочка вниз, понятно. Короче, он сказал тебе ждать туз. Фух, с богом. С богом Майнкрафта. Ёкарный. Тут нужно, короче, щелкать по факелам. И один из них окажется... окажется рычагом. И нужно открыть вон ту дверь. А, он близко. Ай-яй-яй. У меня еды совсем нет. Он валит с одного удара, если что. Бежим. Открылась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, сейчас. Его отманим. Ну, блин. Так или иначе, карта у меня. Открываем. Эта карта не подходит. Щелкаем. Блин. Так, вот тут подозрительное место. А, это обманка. Меня обманули. Прям я его дыхание ощущал. Так, что-то открыл. Открыл дверь. Сейчас отманим его к самому началу. И рванем вперед. Рванем! Чекаем. Фу-ф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 у. Бегаем. Твою ж налево. Так. Он подходит. Тихо. Все нормально, дружочек. Все нормально, так. Вижу подозрительное место. Он меня чуть не окатил палкой.
давай, давай, Вигу, 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 Вигу. Ай, я открыл дверь, но я не могу, потому что он тут. Так, 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 так. Так. Фу-ф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 у. Это-то по-любому должна быть та карточка. Е-е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 . Закрывай, закрывай, закрывай. Фуф, это было потно, ребятушки. Это было по... Что? А, это люк. Прикол. И вылез я вот здесь вот. Ох. Яблочко забираю. Отлично. Следующее испытание нужно. А-а-а! Ну ёкарный бабай. Что ж я такой любопытный? А, тут надо, надо было вот так вот. Раз. Два. И вот так вот трис. И... Хорошо, что я прописал спаунпоинт. И Майнкрафт завис. О! Нормально, наконец-то! Эть! Как говорится, не говори хоп, пока не перепрыгнешь. Пусть это будет вам уроком, подписчики. Эти шипы очень колючие. Они прям очень колючие. Ну прям очень колючие. Фух. Еле выбрался. В общем, пойдем, Карл. Все, мы все выполнили. У нас есть 5 яблочек. Кладите их в сундук. Окей. Я обменяю их на алмазы. Ну как? Звучит подозрительно. Нет. Ни за что. Никогда. Больше. Ну, вдруг он не врет сейчас. Ну, мало ли. Может, это глич, зараза, его изменила? То, что мир глюканул, и теперь он вот такой вот какой-то. Ну, ладно. Но только надеемся на баг. Отлично. Отвернитесь. Нет, 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 нет. Не при каких обстоятельствах, понял? Ты. Ну давай, может, отвернемся. Надеемся на баг. Ладно. Отворачиваемся. А когда поворачиваться? Он опять нас надурил. Ах ты гад, ах ты такой... Ты смотри, он записку оставил. Ну отлично, предсмертная записка есть, осталось только пустяк. Его прибить. Ну-ка. Прочитай это. Это... Я не хочу это читать. Нас опять обманули. Но блин. Выкинуть эту книгу на... Ох, ребята, он опять нас обманул, он не меняется. Этот дурацкий хакер не меняется. Ну что ж, давайте, что ли... Погоди-ка, я знаю, как его осадить. Нужно грабануть его дом. Как ты думаешь, нормальная идея? Вообще шикарно. Отплатим ему тоже монеты. Но по сути мы ничего не будем нарушать, потому что это наши кровненькие алмазики будут. Мы у него стащим. Именно. То, что он нам задолжал. Скажем, что мы... Что мы коллектор. Что мы коллекторы и нас пустят. Нормально, нормально. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, в общем-то, пишите комментарии, а лучше попадет в лучший комментарий дня. Надо кота покормить, а то он смотрит на меня большими глазенами.
В общем, всем пока.